В городском округе Люберцы дополнительно благоустроят две дворовые территории, которые набрали на портале «Добродел» более 100 голосов. На днях Владимир Ружицкий посетил один из дворов победителей. План проводимых работ он обсудил с местными жителями. Во время сильного дождя жители дома номер 15 по улице Побратимов вынуждены пользоваться деревянными поддонами. Других способов защиты от подтоплений здесь пока нет. Отсутствие ливневой канализации давно является главной проблемой. Теперь, благодаря дополнительным средствам, выделенным из городского бюджета, она будет решена. На встрече с Владимиром Ружицким жители дома озвучили и другие волнующие вопросы. Ну, у 13-го-то дома нет площадки контейнерной. Они мусор-то несут к нам. Работы по благоустройству начнутся на этом участке в конце июня, начале июля текущего года. Здесь отремонтируют асфальтобетонное покрытие проезда с изменением уклонов. Таким образом, проблема с потоплениями будет устранена. Кроме того, на придомовой территории обновятся тротуары и произведется озеленение. В ближайшие 2-3 недели мы найдем техническое решение, как эту тему и проблему устранить. Сделаем какой-то проект, потом, конечно, сегодня все вопросы, связанные с ремонтами, они проходят процедуру аукционов, то есть нужно эти работы будет отторговать, как говорят, в бюджете. Всего в городском округе Люберцы в программу благоустройства вошло 67 дворов. Работы будут производиться с учетом 6 обязательных элементов – детские спортивные площадки, пешеходные дорожки, озеленение, парковочные места, а также освещение, информационные стенды и площадки для сбора мусора. Луиза Егиазарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.